Здравствуйте. Садитесь. Что бы это ни было, говорите, я вас слушаю. Послушай, ты в компании еще новенькая. Я проработала здесь почти 2 месяца. Постоянный стресс. Тяжело начинать с низового звена в этом бизнесе. Устаешь? Приходишь первый, уходишь последний. Доброй ночи. Ты очень умна, потому что других туда не берут. Это сложная работа. Но я вижу, что тебе она по плечу. Где новая страница? Обещали выслать. Цена вопроса? 200 тысяч с процентами, это много. Может, замолвит за тебя словечко? Скорее с улицы кого-то возьмет, чем отправит меня на повышение. Видите ли, у него изменился график. Вы сможете в 7? Там же в отеле или... Да. Что? Тут индейка, а я просил курицу. Там девушка на ресепшн. Уже бывала здесь. Несколько раз. Кто там? Его жена. Скажи, что он на совещании. Нет, скажи, что он на просмотре. Где он? Что ты ей наговорила? Какой чуши ты ей наплела? Я некомпетентна и не вправе сомневаться в ваших решениях. Обещаю, что подобное не повторится. Всегда сначала говори нам, хорошо? Ты бы лучше к нам сначала подошла. На последних 2 чеках нет ни имени, ни указаний, только сумма. Не обращайте внимания. Хорошо, а он поймет, за что это? Да, он поймет. Не советую сюда садиться. Никогда не садись на диван. Здесь и здесь. Вот это тоже. Мне не нужен адвокат. У вас есть адвокат? Не трать мое время попусту. Я просто волнуюсь за эту девочку. Они смеялись по этому поводу. Она все ладит. Здравствуйте. Почему я? Кто это? Это мое зря потраченное время. Я все понимаю. Тебе выпал замечательный шанс. Что мы можем сделать? Сделать?